Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Засветись», направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Автоинспекторы напомнили участникам акции о необходимости использования световозвращающих элементов. Маленьким пешеходам рассказали, как правильно пересекать проезжую часть. Подчеркнули, что делать это можно только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. В завершение всем раздали тематические листовки.